Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Снимаю финальную часть постройки броневика ВАП с колесной формулой 4х4. Ну, уже закончил работать, полностью финальное видео. И хочу теперь показать вам, что получилось. Сам работой доволен. Получился интересный, довольно интересный камуфляж. Броневик делал на апокалипсисную тему, поэтому здесь полностью работала идея воображения, как я посчитал нужным. Ну, так данную модель и сделал. Понравился мне камуфляж. Конечно, такой необычный, интересный получился. Ломаные линии, ломаный камуфляж. Обвес сделал рюкзаки, сумки фирмы Tamiya. Зенитная установка фирма Мэнк, пулемет фирмы Dragon, фары от фирмы Эльф, колеса использовал от Бумеранга, колеса Белшина. Как видите, от многих наборов здесь все. Инструмент тоже шансовый инструмент от фирмы Dragon. Все, что собрал у себя в запасах, которые остаются от моделей, которые делал ранее. Ну, вот, чтобы не пропадало, использовал на данном броневике. Бутыль с питьевой водой фирма Мэнк. Друзья, довольно такая интересная, необычная работа. В конце видео будут фотографии, там будет более четко видно все. Все-таки на фотографиях можно лучше рассмотреть модель, чем на видео. Вот, комментируйте, понравилось вам, не понравилось. Будет видно от количества лайков и дизлайков. Ну, а на этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким. Спасибо вам за поддержку. Спасибо, что остаетесь на канале. За все вам спасибо, друзья.